Необычный фестиваль открылся в бельгийской столице. Разноцветные играющие светом конструкции разместились вдоль столичного канала, рядом с печально известным после брюссельских терактов районом Нюрнберг. И хотя праздник света проводится только второй раз, он собирает немало поклонников. Они описывают красочные инсталляции как сказочные. С наступлением темноты 10 светомузыкальных конструкций соединяются. По словам посетителей фестиваля, шоу-композиции выглядят даже более эффектно, чем рождественские елки.